Ну что же, опять я, опять привет. Ой, хочу с вами распаковать, собственно, гигантскую посылку, но прежде у меня тут еще три маленькие, ну как, относительно маленькие. Вот, давайте вот с этой начнем. Стоила она 149 рублей, заказывала 18-го, пришло 26-го. И это пришли мне листики для блокнота ежедневника. Вот такие маленькие. К сожалению, дизайн было выбрать нельзя. Но, в принципе, панда мне нравится, так что формат А7. Хотя китайцы, они все перепутали нафиг. Это совсем не А7. Вот. И тут у меня еще две посылки. Я еще даже не разрезала, не смотрела, не знаю, что там. Когда заказывала и сколько стоило, подпишу на экране. Потому что еще не смотрела. Так, первое, в принципе, я так и думала. Но почему-то они большие. Да, там больше ничего нету. В общем, пришли вот такие вот три кармашка. Вот что странно. Ну, они с дырочками, то есть их можно в блокнот вставлять. Вот что странно. Формат А7. Я заказывала для блокнота, для ежедневника. Вот эту вещь я тоже заказывала такого же формата. Вот. О чем вообще китайцы думают, я не знаю. Ну, конечно, я их буду использовать, но это совсем не то, что я заказывала. Вот, цену подпишу на экране, потому что я не помню. Так, поехали дальше. Вот такая побольше посылочка. Так. Ой, люблю я посылки распаковывать. Всегда так неожиданно все. Особенно, когда у китайцев заказываешь так неожиданно. Иногда бывает настолько неожиданно, что вообще сама в шоке. Так, по-моему, это для машины что-то пришло. Тоже все подпишу на экране. Да, это такой кармашек. Кстати, качество очень хорошее. Так, сейчас покажу. Буду шуршать. Да, маме в машину. Давно хотела. Ну, запах такой обычный, как в Ашане покупаешь. Но качество очень хорошее. Из такой клеенчатой ткани. Вот такая штука. Вешается сзади на сиденье. На переднее сиденье, как бы сзади получается. Здесь, значит, вот такой кармашек для бутылки. Вот здесь маленький кармашек. Вот здесь резинка. Получается, можно там ручки, допустим, сунуть. Они вот прошиты. То есть. Потом большой карман на липучке. Довольно-таки вместительный. Там можно какое-то удостоверение положить, что-то такое. И внизу еще большой кармашек. Здесь есть шнурок, чтобы повесить. Вот тут вот. Тут такая штука. Она, кстати, с липучкой. Можно регулировать длину. Это цепляется за подголовник. И внизу вот дырочки сделаны. И шнурочек, чтобы завязать снизу вокруг сиденья. Вот. И, собственно, вот здесь один кармашек маленький. И второй он на липучке побольше. Ну, вообще очень классное. И мне нравится качество. Качество действительно потрясающее. Прям такая, мне кажется, водонепроницаемая, потому что непромокаемая ткань, потому что прям вот ощущение плащевка. Такая плотная, хорошая, качественная плащевка. Вот, так что у кого машина, имейте в виду. Если получится, потому что вещь действительно классная. Если получится, я ссылочку добавлю. Вот. Штука классная.
И цену, кстати, тоже подпишу, все на экране будет. Ой, давайте перейдем к этой таинственной огромной посылке. Я подозреваю что-то, но точно не знаю. Ну да, это то самое. Это с Шиви. Так, по порядочку пойдем. Это, по-моему, это платье. Не знаю, правда, как так можно уместить это все. Размер написано большой. Ну, соответственно, примерка все будет чуть попозже. Если неинтересна распаковка, можете прям сразу перемотать. А цвет такой, ну, красный. Винный. Вот. Дальше. Блузка. Это самая эмблема их. Блузка, кстати, такой приятный прям. Приятная ткань. В общем, есть такие кружевные вставочки. Ну, на примерке все будет. Так, платье в клетку. Я помню его. Я его помню. Оно из плотной ткани. Может быть, в нем пойду на работу. Так, это платье трикотажное, тоже в полоску, оно должно быть прям по фигуре. Так, еще одно красное платье, тоже такого глубокого винного цвета. Ну, не знаю, вообще вы что-то видите, потому что здесь пока вообще ничего не видно. Так. Еще блузка, тоже такого винного, винно-коричневого цвета с рисунком. Ну, как, не знаю, показать. То есть вот рисунок. И еще у меня тут должно быть боди, типа корректирующее. Я немножко похудела. Скажу вам, на этом велосипеде и с работы я пешком хожу, так что, в принципе, немножко ушло. В общем, такое телесное боди. Вот такие крутые посылки, интересные. По ценам все подпишу, что не было. И не переключайтесь, у нас влог продолжается, так что поехали. Apparel, la 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 la.
Друзья, по-моему, отпадная елочка получилась. Ой, именно то, что хотелось. Прям няшка. Привет, друзья. Пришла сейчас с работы и решила померить китайскую одежду, которую прислали мне. Ой. В общем, хотела, думала, может быть, примерку снять. Но в итоге поняла, что, наверное, буду снимать отдельное видео. И где покажу, как это было на модели, то, что я выбирала. Как это сидит на мне, да, и как это выглядит. То есть, соответствует ли там модель платья или блузки тому, что я выбирала. И вообще, ну, там есть какие-то недостатки. Недостатков очень много. То есть у меня получается 4 платья, 2 блузки и боди. Вот, я вообще в прострации. Наверное, только одно платье село вот, ну, так, более-менее нормально. Остальные надо перешивать, что-то там переделывать. Естественно, я это возвращать никуда не буду, мне за это деньги не вернут. Ну, переделать можно, на лето пойдет. Блузки хорошие, но одна оказалась очень прозрачная. Вот, и надо, наверное, ее на телесное белье надевать, либо под низ что-то, какую-то маечку. Ну, не знаю, в общем, посмотрите в отдельном видео на примерке. Вот, вторая хорошая, там немножко плечико спадает, но мне кажется, это не минус. В принципе, это можно оставить и так. То есть блузки, в принципе, подошли нормальные. Из 4 платьев только одно нормальное. 3 вообще. А таз, очень много недочетов. И исходной модели, которую я заказывала, да, выбирала на сайте, смотрела картинки, по исходной модели вообще не похоже, не совпадает. Так что решила, что сниму отдельное видео для этого и покажу вам, собственно, какие недостатки у этих платьев вообще. Ну, естественно, и все синтетика, все очень электризуется. Но тоже, в принципе, получилось по цене достаточно бюджетно. Я заходила у нас рядом с домом, такой магазин, ну, нихуя не фирменный, а просто там, ну, средний такой магазин, там висят платья из такой же синтетики, вот прям по плотности то же самое. И там цена за одно платье, как у меня, весь заказ вышел. Вот, так что налоги, все такое. В общем, буду снимать отдельно, увидите. Такие дела.